Всего несколько дней осталось до Дня медицинского работника. Его мы отмечаем в третье воскресенье июня. Накануне медицинская палата Ульяновской области подвела итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства и наградила лучших медицинских и фармацевтических работников. А в этом году мы немножко изменили формат этого конкурса и запросили у лечебных учреждений, чтобы они представили свои кандидатуры на премию медицинской палаты, но именно тех сотрудников, которые наиболее активно, профессионально работали по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Но эта тема нас всех волнует на сегодняшний день. По данным медпалаты, на конкурс было подано много заявок. Голосование проходило заочно. По числу проголосовавших победили 5 человек. Среди них врач-инфекционист Юлия Шубина, которая работает в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы с первого дня его открытия. Пугать не хотелось бы, но хотелось бы попросить об одном. Попросить быть более ответственным к своему здоровью, к здоровью своих близких. Чаще всего источником всех проблем являемся мы сами. Наше пренебрежение социальными нуждами и всеми просьбами, которые со всех СМИ мы слышим. Надевайте маски, надевайте перчатки, смотрите за собой, следите за температурой тела. Если же мы этого делать не будем, то это будет действительно страшно. Награждение победителей конкурса прошло около памятника медицинскому работнику. Победители получили дипломы и денежные сертификаты. Я от всей души, от лица министерства, от себя лично хочу вас всех поздравить с этим нашим профессиональным праздником. И безусловно, что вклад каждого из вас, он очень велик в сохранение здоровья наших сограждан. Тысячи пациентов вспоминают вас с глубокой благодарностью. Также в этот день награды в честь праздника получили и другие медицинские работники. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.